субботу в Самарской области пасмурно, осадки маловероятны. Температура воздуха днем минус 2, плюс 2 градуса, ночью минус 1, минус 3. Ветер юго-западный, подует со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 2, ночью минус 2 градуса. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем нулевая температура, ночью 1 градус ниже 0, ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, днем 0 градусов, ночью 3 с минусом, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.